из-за этой дистанции у меня мозги горят, но все равно будут делать реакции. Все называется «Битва Франкенштейна и Дориана». Хорошо то, что это неделя последняя под дистанционку, и после я иду наконец-то нормально в школу. Так, пропускаем. Моего нету так долго. Какие новости от разведки? Немцы хотят спасти Фендера Бендера и отправили ему на подмогу гибрида, собранного из захваченных ранее советских гигантов. Надеюсь, Дориан не сильно поврежден после боя с Бендером, и ему хватит сил одержать победу над Франкенштейном. Да, конечно, хватит. Я прибыл сюда, чтобы вернуть Фендера, но прежде я отправлю тебя к праотцам. Куда? В отцам? Ой, оркестр. Самое мощное взяли. Ну, как-то не сильно. Ты мог подумать, моим врагом станут все мои товарищи, заперты в единой оболочке. Немецкие профессоры те еще изверги. Но деваться некуда, либо я, либо меня. Получи гибрид. Да. Бум-бум-бум. Получайте. Главное, своим главным стволом не коси. На! Во! Отличная у тебя пушка. Шварц поставит ее мне как основную после того, как я тебя прикончу. Ага, конечно. Прикончит он. Пиу. Если Фендер Бендер попадет в лапы советов, я даже боюсь представить, что будет с нами. Да. В том случае, нам даже Левиафан не поможет. Но это исключено. Франкенштейну по силам остановить старичка Дориана. Старичка. Я тоже хочу в это верить. Верите. Ай, ай, ай. От этой пушки ты получишь лишь снаряд между глаз. Вот попади ему между глаз. Хладысь. Отлично. Ой, а это плохо. Фух, выжил. Как я и говорил. Очередной эпик у нас от Визи. Я не смотрел, но знаю то, что уже серия будет эпической. Уничтожение мегамонстра. Да, я помню это. Поражение. Вот кажется, то, что Карл... А, только сейчас вспомнил то, что Хранитель Времени это кто-то там предок Карлу. Вот давайте, уничтожайте его. На. Вы смеетесь надо мной? Снайперка. Ой, а это больно. О-хо-хо-хо! Ракетница. На. Разлом. Ой. Он что, заплакал? Бум. А, это тот пришел в ярость. Давай, уничтожь его. Шторм Тигра. Бум, разлом. На! Супер взрыв. Ой, а куда это он проваливается? Ой, все? Это был достойный бой. А это еще не все. Огонь. Кому-то пипец.
Бум! О, стоп, это был взрыв Home Animations'а? Опа! До сих пор Crossover 4 в тени. Да, ведьме и вот этой штуке досталось. КВ 44 теперь кибертитан. Как ты думаешь, вмешаться нам или нет? А это кто? Опа! Следующий бой будет против этих двух? Минус, минус, минус. А что с ним стало, неизвестно. Ганфайтен. Походу... Думаю, то что... Вот прикиньте, если умрет все эти, но Штурм-тигр останется. Ница. Выпы. Сила 10 тысяч. Получается, выжила только Дора, Карл. Еще надо вот этого вот победить. Что стало с Штурм-тигром, неизвестно. И... А, ладно. Владельщик серия Карл 44, немецкий капкан. Отлично, теперь путь к лаборатории чист. Вот так, что тут у нас? Что будем делать дальше? Немцы находятся в лагере между двух лесков. Разместим там крупнокалиберные танки по типу ИСУ-152. Угу. После такого удара подъедут основные силы, и оттуда им останется бежать лишь на север. Дора, разрешите высказаться? Разрешаю. Разрешаю. Если что-то пойдет не так, то нашим крупнокалиберным танкам не выжить. Это приведет к тотальному уничтожению советских войск. И что ты предлагаешь? Пусть легкие танки будут рядом. В случае провала они смогут быстро увести их подальше. В таком случае даже при провале мы сможем дальше продолжать сражаться за родину. А ты прав, так и сделаем. О, хорошо то, что руководители слушают своих солдат. Нам прибыло подкрепление с востока, пару отрядов немцев. Отлично, когда рада осуществит план, мы пойдем в бой. Зажмем их с двух сторон в клещи и уничтожим раз и навсегда. Конечно, фиг у вас что получится. Все, выполняйте раны и готовьтесь к бою. Ну-ка. Вот он, Карл. Ой. Ну, он стоял учиться для того, чтобы показать, какая он сволочь. Не трать на них свои снаряды. Это лишь пустая трата времени, а нам надо быстрее подоспеть к танкограду. К тому же у тебя не так много снарядов, чтобы так тратить их. Огромное, тупое, ревущее и уязвимое со всех сторон чудище. И гигант серии «Железная доминация». Надеюсь, доминация будет у Российской империи. Давайте назад. Где-то на побережье Швеции. У меня не вопрос. Зачем им Швеция? Нелогично было через Норвегию идти. Хотя... Все милостивые государи, вы слышали новость о том, что Левиафан мертв? Да, слышал. Да, есть такой слушок. Но странно все это. Не может же быть все так просто. Согласен. Не знаю. Может, фрицы решили нас запутать дезинформацией? Но и такое не исключено. Ну, по сути... Почему остановились? Но в любом случае ослабляться нельзя. Опачки, это уже прокачанные чемоданы. Мы не можем дальше продолжить движение, всемилостивый государь. Видимость всего-то 10 метров. Дальше ехать попросту опасно. Нужно переждать плохую погоду.
Ладно, переждем. А пусть Грозный будет защищать. Интересно, даже сканер Грозного. Опа. Да, Оберфюрер, мы ждем наступления. Опачки. Глядите в оба. И помните, что Берлин совсем недалеко отсюда. Ох-ох-ох. Всего лишь каких-то там пару сотен километров. Такс. Дельфин! Давно не виделись. Сейчас он будет топить эти корабли. Если да, то большое уважение. О, тут даже флот будет сражаться. Российский против немецкого. Но российский флот, насколько я знаю, устарел. Ну, при Петре Первом российский флот был, наверное, одним из самых лучших. Бам! Минус кораблик. О-хо-хо! Давайте! Так, сейчас в твою сторону. Ой, кому-то досталось. Ай, больно. Дайте-ка ПЖ, пусть не будет рекламы. Хотя зря я накаркал. Лови аптечку. Не, немцы, вы лохи. Опять прос... Ай, КВ-2 досталось. Еще кому-то. Убейте. Все. Безвреден. ТГ-5, давай. Мочи их всех. Все мочите их. И эскадрилью свою. Золотую, синюю, серебряную. Вот вас я ненавижу. Потопим кораблики. А, так вы еще и косоглазые. Хотя вряд ли так можно попасть. Лови прямую под... Все, самолет сделал камикадзе. Ого. Вот это командующий корабль. А, у них свой есть. Дельфин, давай, еще раз. Там у них своя подлодка. Модель реакции. Тоже с терминатора. Опа, подкрепление вышло. Дайте-ка угадаю, по приблюшке был Waffentrager, значит будет Waffentrager. Ах ты! А, кажется, ему там надрали зад. За что мне все это? Ни к одним, как к другим. Ага, 10 минут дует. Нам сейчас объяснят, что... Получается, серия будет по двум фронтам. Ты почему не за тех воюешь, офля? Ага. Ничего, брат, он тебе больше никто. Брат, из-за него ты нас предал. КВ, у меня не было выбора. Вспомни, кто нам помог, Вафля. Кто вам помог? Левиафан, он подлый лжец, которому было плевать на нас. Ты забыл ту руковую экспедицию на Марс? Он отправил мелкий отряд, включая нас с тобой, добить советскую армию, в которой был КВ-44. Да, это было чистейшее самоубийство. Все. Вспомнил. Понял. Он вспомнил. Вафля, давай. Он пытает... Блин, ну правда это сейчас не очень будет разумно. Ой,
Ой-ой-ой. Ай! КВ-2. Тебе новое срочное задание. Отбей ущелье. И помни, у меня твой брат. О, вот говнюк. Все. Вафля, мне кажется, переключится. Ну что, друзья, пора умирать. Зря вы сюда сунулись. Но, возможно, не выберутся. Ну, что могу сказать? Мне кажется, Российская империя просто... Мне кажется, она... Короче, у нее все пока что по маслу идет. Нет, и... Честно, мне на самом деле как-то мне по на Вафентагера. Я. Ну ладно.